Ну, от ветра никуда не деться, когда снимаешь на природе. Всем привет! Это лето выдалось суперудачным с точки зрения творчества. Я очень часто выходила на улицу, чтобы порисовать, посидеть вот так совсем недалеко от дома. И просто очень много рисовала по ночам, по утрам, по вечерам, днем. Это было классно. Мне нравится снимать ролики про рисование. Я понимаю, что мои навыки и умения далеки от какого-то профессионализма. Но это дает мне такое ощущение счастья, о котором я постоянно говорю, и гармонии, о которой я тоже постоянно говорю, что мне прям хочется этим делиться, показывать, транслировать. Солнце, конечно, ядерное. Я рассчитывала, что смогу хоть ненадолго снимать очки, но, скорее всего, не получится. Лето подходит к концу, уже середина августа. У меня в этот раз вообще на самом деле редко бывает ощущение, что вот лето потеряно, потрачено на что-то. Этим летом я по-настоящему насладилась, надеюсь, вы тоже. И я вновь хочу поговорить о блокнотах и о рисовании в целом. Ну, во-первых, я еще больше углубилась в артбуки. Это блокноты, в которых ты абсолютно никак себя не сдерживаешь в плане проявления своего творчества. Ты в них можешь делать коллажи, можешь делать зарисовки, можешь записывать свои мысли, и нет никакого страха. То есть обычно же страх есть белого листа, или страх просто чего-то начать, или как так, я же не умею рисовать, с чего вдруг я буду вести какие-то скетчбуки, ежедневники. Вот тем, у кого есть такие переживания, я однозначно хочу посоветовать попробовать завести артбук, чтобы просто понять и прочувствовать, твое это или не твое. Есть определенный тип людей, которые уверены, искренне считают себя творческими, но при этом вот не хватает им как-то, возможно, силы воли или самодисциплины что-то вести, начинать эти блокноты, подробно этим заниматься. Так вот, именно артбук — это такое средство, при котором тебя никто ни к чему не обязывает, и от тебя никто ничего не ждет. Просто попробуйте это для себя. Попробуйте это ни за кем не повторяя, ориентируясь только на свои умения. Повторюсь, если вам нравятся коллажи, используйте их. Если вы хотите делать наброски карандашами, акварелью, простыми фломастерами детскими, делайте это. Главное — это выражайте себя. Почему так важно этим заниматься и выражать себя творчески, если этого просит душа? Это важно, потому что за вас это не сделает никто. Это важно, потому что так вы развиваете свою душу, так вы раскрываете границы своей личности, так вы в какой-то мере ищете и можете найти себя. Я очень люблю говорить, что психотерапию может заменить рисование, может заменить фототерапия, может заменить ведение ежедневников и записывание своих мыслей. И я это повторяю снова и снова, потому что очень часто мы попадаем в такие ситуации и принимаем жизненные решения, которые потом обдумываем снова и снова, и которые очень сложно пережить, переварить самостоятельно, без помощи какого-то специалиста, ну вот в лице психологов. А здесь через фотосессии, через видеоролики, через рисование, через ведение ежедневников и записи своих мыслей вы убиваете одновременно несколько зайцев. Вы и лечите свое моральное состояние, ментальное, работаете над его улучшением. Вы при этом чем-то увлекаетесь, то есть находите новое хобби. Вы развиваете свою душу, творчески реализовываетесь, что очень важно. И вы создаете какой-то креатив. Вы можете сделать что-то действительно уникальное, что может заразить других людей, что может им понравиться и что может дать вам то, о чем вы мечтаете. Все мои художественные, творческие увлечения прекрасно сочетаются с минимализмом. Я не занимаюсь скупкой постоянно каких-то новых кисточек или красок, а всегда использую то, что и так есть. Я, в принципе, придерживаюсь того, что если ты хочешь рисовать, то тебе достаточно какого-нибудь карандаша за 3 рубля и бумаги для принтера. Не спорю, есть тип людей, которых вдохновляет именно новая канцелярия, то есть именно новый свеженький блокнотик, новые какие-нибудь стикеры, новые ручки. Это тоже важно. Но здесь, если говорить о минимализме, нужно использовать то, что уже имеется. У меня где-то год стояла гуашь, абсолютно новая и нетронутая. Я была уверена, что это тот тип красок, с которым я вообще никогда не научусь обращаться и который мне не нравится. Жучок пролетел. С которой я не понимаю и плохо сочетается с бумагой, которая у меня есть. Но вот этим летом меня осенило, что у меня есть несколько скетчбуков, подаренных и купленных с черной бумагой, и нужно попробовать рисовать гуашью в них.
И, казалось бы, это такие простые дешевенькие скетчбуки, но у черной бумаги такая плотность и есть некая глянцевость, из-за которой наносится просто замечательно. И я так радуюсь вот этому своему блокноту и тому, что первый раз я приблизилась к рисованию чего-то реалистичного. То есть то, как я нарисовала своего кота Чака или кролика из деревни по фотографии собственной 2015 года, это вообще, я поверить не могла раньше, что так смогу. Я знаю, примерно то же самое я говорила на предыдущем видео про свой ботанический скетчбук. Но ведь это здорово, когда навыки улучшаются, и просто очень этим горжусь, очень этому радуюсь, и поэтому делюсь этим с вами. Теперь немножко про ежедневники. У меня было уже видео о том, что я устала от них, от записи каких-то списков своих дел и расписания. И это однозначно все циклично. То есть, там, сколько, 2 года назад я сняла о том, что я от этого устала. Спустя какое-то время я к этому вернулась. 1,5 года вот отвела свой bullet journal, который снимала каждый месяц на YouTube. И сейчас снова я продолжаю его вести, но я просто записываю списком то, что нужно сделать. Маленько это оформляю как-то красиво, и все. И не корю себя за это, как раньше, за то, что мне надоедает какая-то система введения или сами ежедневники. Это все нормально, мы от чего-то устаем, к чему-то возвращаемся. Главное, что это уже часть меня, часть моей личности. Если так покопаться, я вела эти блокноты со 8 лет, со 2 класса. И это ведь удивительно, что столько лет. Уже в следующем году будет 20 лет, как я одержима блокнотами. Важно вдохновляться. Важно следить и находить удивительных художников, которыми восхищаешься, чьи работы заставляют тебя пробовать новые краски, новые инструменты, новые типы вообще рисунков. Важно также не бояться показывать свое, потому что очень часто, глядя на это со стороны, ты вдохновляешься сам от себя и также можешь вдохновить других. Интернет же можно по-разному рассматривать. Можно рассматривать как огромную информационную площадку, можно рассматривать как просто скопище каких-то политических новостей и сплетен про звезд, а можно интернет рассматривать как возможность обмениваться вдохновением, творчеством и быть от этого счастливым и реализованным. Я выбираю последний вариант. Дома снимать, конечно, хорошо, но на улице есть свои плюсы, не считая ветра. Спасибо, что посмотрели. Всем пока.